Всем салам от Алматы Муж Юнион. С вами вновь два нефтекаменщика. И сегодня мы снимаем две безымянных хуйты. Хуйта на палочке. Показываю. В принципе, это очень легко, но все же объясняю. Как двигаются ноги? Левая нога двигается вот так вот, а правая вот так вот. И в таком темпе двигаемся. Можем наоборот. Правая вот так вот, а левая вот так. Можем наоборот. Под перекрестный левый шаг делаем взмах правой, под шаг правой, бросок рукой левой. И в таком темпе. Делаем эту хуйню как можно агрессивнее, чтобы нахуй болели ноги и отвалились вообще. Итак, хуйня на веревочке. Как она делается? Для начала вы должны отключить свой мозг, подсознание и координацию. И просто хуярим руками, как попадет, главное не попасть себе по яйцам.